Ну что, друзья мои, мы подходим на рыболовную выставку в Москве. Охота и рыболовство на Руси. 45-я выставка. Ну, посмотрим, что там есть. Вчера мы здесь уже были. Кое-что я вам показал. Как говорится, за кулисами, что происходило. А сейчас посмотрим уже, как это все дело выглядит в реале. Смотри, какой зал. Шары не залипают. Проверял. Глянь, какой. Красавец, это будет убойно, да. Мы пойдем к бандиту или там нас будут бить? Мы даже прыгали. Залипают, я уже тряс и базар тряс. Говорят, исправили камеру. Все трясли. Меня сейчас убьют, кто-нибудь здесь убьет. Нам опасно камлюру, да? Богатство какое. Встретились, да? Встретились с друзьями на выставке. Руслан, Юрий. Ну, этого типа вы знаете. И я! Так, сейчас пойдем гулять по стендам. Тут вот, кстати, вот интересные. С надувным дном Герман представляет компанию Нельма. Сейчас будем все щупать. Лапать, щупать и глазеть. Ну что, мы на стенде Diver, и вот такая нам палочка приглянулась из серии Inline. Это бесколечные спиннинги, леска продевается внутри банка, то есть заходит здесь, уходит сюда и продевается уже отсюда. Система довольно-таки, в принципе, замороченная, но какой плюс у этих палок? У этих палок очень зверская чуйка. Из-за того, что плетенка проходит сквозь банк, передача касаемости приманки очень-очень-очень зверская. Вот. И вот сейчас строй. Вот и такого плана палочки мы ловим. То есть палочка должна быть довольно-таки жесткая. Вот. Упругая. Тогда она будет передавать поклевки все вот прям замечательно в руку. Ее даже просто в руку берешь. Вот чуть-чуть прям я, да, ее теребунькую, скажем так. И она прям все мне да, передает, звенит. Палочка, короче, отменная. Не знаю, как она будет по поводу прочности и будет ли она, допустим, перетирать здесь плетней ручку. Будет ли она резать, это надо проверять уже, наверное, на воде и тестировать. А ценник у нее 7300. 7300. Длина, правда, 2,70, но наверняка есть и покороче модели. 330 грамм, но визуально даже и не скажешь. Палочка очень хорошая. Сейчас мы спросим, наверное, есть ли у них короче такой палочка. Так, тест у них идет в либрах. Нас будет интересовать, наверное, 2,40 с тестом 12,20. Но как она будет на ощупь, как она будет по жесткости, непонятно. Мы сейчас смотрели 2,70 с тестом 15,30. А так в линейке у них есть, да, и 2, ну, как 2,15, 2,10, ну, вместо 2,10, 2,15 и 2,40. Вот что нас будет интересовать, 2,70, конечно, длинновато. Для любителей, наверное, тех, кто любит палочки более легкие, более уже такие деликатные, или для некрупных приманок, или, скажем, для водоема без течения, вот эту палочку можно тоже брать. По чувствительности она довольно-таки тоже неплохая. Длина опять 2,70 представлена.
Ну, чем короче палка, тем она будет жестче. То есть я думаю, что если брать спиннинг покороче, возможно, будет пожестче. К сожалению, не представлены короткие варианты, посмотреть не получается. А, нет, смотри. Вот они? Да. Нет, ну она уже с воды, по-моему, совсем такая. Это уже ближе к соплям. Итак, друзья, мы на студии Шимана. Сейчас эксперт расскажет нам про палочку за 26 тысяч. Ценник, конечно, кусается, но палочка нас очень сильно заинтересовала. Расскажите, например. Здравствуйте. Меня зовут Шиндин Виталий. Компания Shimano в 2019 году подготовила для нас интересный сюрприз. Это спиннинг Shimano Yase или Yasei. Была предыдущая модель. У меня лично есть два спиннинга предыдущей модели Yase. Мне очень нравились. Они сняли с производства, их какое-то время их не было на рынке. И в 2019 году вышел именно вот этот спиннинг. Отличие, самое главное отличие этого спиннинга, то что компания начала применять нанотехнологии в производстве бланков этих удилищ. То, что этот спиннинг красивый, вот он такой весь симпатичный, интересная ручка, модная, красивая, современная, все это хорошо. Но самая главная особенность данного бланка – это именно нано. Что это такое? Это микрочастицы, которые в компоненте самого связующего бланка. Это позволяет спиннингу выдерживать экстремальные нагрузки. Все, то он вроде легкий. Построй примерно похож на спиннинги прошлых поколений. Были Yase Red, были Yase с белым комлем у меня, и тот, и другой. Они достаточно быстрые, это не экстрафас, не колы, они разные модели есть, соответственно. Есть спиннинги для ловли окуня, есть спиннинги для ловли самов, жерихов. Ну вот нас заинтересовало именно как бы палочки для троллинга, да? То есть, вот, Сереж, покажи, строй удилище. Довольно-таки жесткое удилище и с превосходной чуйкой. То есть, ну, группа передает прям вообще, конечно, все. Вот. Ценник, конечно, я говорю, 26, сколько там, 20 тысяч, да, вот это? 20 тысяч, да. 20 тысяч, это длина палочки здесь 2,10, да? Расскажите по-конкретно вот эту палочку. 2,30. Вот. Тест 56, 170 грамм. Ну, наверное, изначально это все-таки не троллинговая палочка. Это джерковая. Это джерковая, да, то есть какие-то большие свимбейты, большие джерки. Здесь интересная форма самого курка, именно подхват под вот такой. Видно, да? Вот он очень удобный. Соответственно, крупная рыба не вырвет из рук спиннинг, ну и забрасывает достаточно удобно. Именно как по два пальца. Обычно как-то, ну, обычно немножко по-другому. Здесь это очень удобно. Ну, про удобство, это, конечно, у каждого руки свои. Прочность, прочность данной палки насколько? Она просто колоссальная. Тут можно посмотреть. Сейчас у нас, что у нас полуторачасник, да? Стенка. То есть это как бы не тонкостенный спиннинг, это вот именно стенка, там такая суровая. И в то же время довольно-таки очень хороший чуйк. Вообще легкий и с хорошей чуйкой. Добиться такого результата, ну, можно только, наверное, за 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей? 20 тысяч рублей. А вот сколько стоит такая вот? Ну, на камеру, наверное, не стоит говорить. Ну, я не знаю, на оценке, наверное. А я, кстати, не знаю. Они еще не поступили, они должны поступить только в марте. То есть это новинка 2019 года, да. Новинка 2019 года. Как он еще раз правильно называется? Yase. Мы все Yase называем, кто-то Yasei. Если вы называете Yase. Свободным. То переводы значит, это. Да. Короче, палка Yase, 20 тысяч рублей. Yase! Yase! Вообще, конечно, классно. Кайфово. Цена тоже классная, но палка довольно-таки реальная. Вот я. Ну, не катана, согласись. Нет, ну тут не то, что тут катане-то речь никакой не идет.
думаю, что она выдержит довольно-таки приличные нагрузки. Знаешь, у нас больше всего вызвал интерес у многих ребят вот этот спиннинг. Вот этот у нас 2,60 с тестом 120-270. Но это уже самая тема. Я иду как бы джерки, что себе ограничивать, если можно лопатин такой бросить. Ну, почему, я говорю, мы для троллинга выбираем, то есть мы выбираем именно джерковые палки. Почему? Потому что у джерковых палок очень хорошая чувствительность, правильно? Ну да. Вот. Троллинг. А у нас троллинг в один спиннинг, со спиннингом в руке, и мы ловим именно поклевки судака, и нам очень важен вот этот момент. Да, да. Поэтому, когда, допустим, говоришь человеку, допустим, у вас есть троллинговая палка, нам тащат сразу галы какие-то там, дубины. Это не наш вариант, наша тема, я говорю, ну вот основные все палки у меня практически джерк, да, то есть джерковый вариант. Вот. И вот мы сегодняшний момент Шимана можем представить вот такую замечательную джерковую палку. Мы хотели посмотреть Бестмастер, но Бестмастер, к сожалению, здесь сегодня на выставке они не представлены. Новинок не было. Да, у меня старый Бестмастер, они вообще сильно отличаются. Вот старый Бестмастер, скажем, там, 6-летней давности, и вот нынешний Бестмастер, желтый вот эти вот, самой вариант, линговый вариант. Не могу сказать, я троллинг. Вот и я не могу сказать. В руках новый НДП. На ощупь, нет, я убрал в руки, но это не для меня спиннинг, я не слишком такие вот. Мне больше вот, у меня около 27 спиннингов на данный момент. И вот такие вещи у меня прямо в арсенале. С лета это Финский залив, и вот ловлю на такие мощные спиннинги, сводки, но я троллингом не ловлю. Такого класса дешевле ничего нет, да? Ну именно вот, чтобы вот такой же строй был. Айрнос. Они вот тоже, по-моему, да, больше 100 грамм. Тест. Здесь попроще графит. Здесь вот это графит высокомодульный. Если сравнивать с моделями прошлого сезона, да, вот раньше был тоже Айрнос, всем известен, как джиговые палки, у него был графит XC60. Чуйка средняя, надежность хорошая, все было здорово. В 2019 году сделали рестайлинговую версию, по внешнему практически ничего не изменилось, изменили кольца. Кольца сейчас здесь сягают. Сама рама, ну, на любителя, скажем так, на любителя. Вот. Тоненькие, симпатичные, все хорошо. И они здесь увеличили модульность. Данный спиннинг уже идет с модульностью XT100. Это уже он так приблизился, наверное, к технику. Ну, этот спиннинг уже, если, допустим, нашу брать тематику, да, конкретно троллинг в один спиннинг, то это, наверное, уже где-то для водоемов без течения. Без течения или, допустим, для некрупных приманок. Вот. Ценовой вопрос. 12 600. Ну, почти в два раза дешевле. Нет, так не проще. Я лучше доплачу и возьму тут. Вот. Я бы сказал так, вот. Да. И это будет правильное решение. Спасибо вам большое. Да. Хорошей выставки, хорошего настроения. Друзья, мы на стенде Dragon, это польский бренд, производит спиннинги. В России представлен не так давно, но на рынке уже значительное время, да? Вот эксперт Вадим, он сейчас нам расскажет, мы выбрали палочку именно для нашей тематики. Палочка эта не троллинговая, как вы поняли, мы вообще сейчас именно вам показываем не совсем троллинговые палки, это где-то джерковые палки или какие-то. Вот эта палочка какого направления? Палка. Пилкер. Верно, да. Сейчас палочка компании Dragon, модель Bootmaster. Размером 2,45 с тестом до 250 грамм, 80-250. Основной функционал этой палочки – это пилкеры, морская ловля. Но нам она приглянулась именно для троллинговой ловли в один спиннинг. Почему? Потому что строй, смотрите, этой палочки довольно-таки, опять же, довольно-таки быстрый, да? И передача в руку идет очень довольно-таки неплохая. То есть спиннинг, как
как мы говорим, с хорошей чуйкой. Для ловли судака на поклевке нам вот именно вот такого плана палочки нужны. Очень интересный дизайн. Ручка из эвы и разнесена. Кольца усиленные. Да, кольца фуджи стоят. Кольца фуджи. Вадим, сколько данная палочка стоит в розницу у нас в России? А данный спиннинг будет стоить в розницу около 7 тысяч. То есть это 6 800 7 тысяч. Примерно так. Еще раз, значит, это польская компания, да? Да, польский бренд. Польский бренд делается в Китае или в Польше? Да. Именно вот этот спиннинг делается в Китае. В Китае, да. Есть некоторые модели, которые делаются непосредственно в Польше, но они больше для спиннинговой лодки. Вот катушка-держатель, кстати, интересно сделан, с контрагайкой тоже, да? Мало кто так делает, но... И все, уже точно не открутится. Катушка-держатель, кстати, тоже фуджи. Спасибо, Вадим. Сгиб идет после уже входа. Мы нашли причину, почему да, палочки инлайн режут руки, почему плетенка значит, этих, ну, режет руки и, соответственно, бланк. Это у тех палок, у Шимана, у Волжанки, бланк начинает большими нагрузками уже здесь где-то гнуться. И поэтому она, плетеночка, режет ручку и, соответственно, наши руки. А здесь, сейчас вот как вот было видно, она гнется только... За входом. За входом, да, вот эта часть. Рабочая часть была. Это морского плана спиннинг. Мы сейчас наткнулись. Производитель SFT. SFT или SFT, там, как правильно. И модель Insider. Тест сейчас кого-то испугает вообще. 200-700 грамм. Размер 2.10. Почему нас палочка это заинтересовала? Мы посмотрели вот данное видео, мы очень сильно поразились, как вытаскивать гигантских палочек на эту палочку. Вот так вот, друзья мои. Так что сколько стоит на? В районе где-то 7 тысяч рублей. Светлинская? Да, 7 тысяч рублей. Чуть более длинные палки 2.40, там, где-то в районе там, может быть 8 тысяч рублей. Не, нас 2.10 интересует. 2.10, да, около 7 тысяч рублей. Около 7 тысяч рублей. Да, есть 4 участники. В основном они все полуторачастники. То есть комелевая часть составляет одну вторую от верхней части. Есть 4 участника, он делится на 4 части по 60. А транспортная у него, транспортный размер 2.10? Здесь метр там 37, ну метр 40. Метр 40, да? Метр 40. Есть такие же 4 участники? Да. И они такие же прочные? Да. Ну, чем больше соединений, тем больше вероятность излома, но в основном из-за проблемы, сила, да? Да, из-за проблемы не сборки просто. Не до втыка. Да, не до втыка, правильно. Что-то воткнуть колено нормально, какое-то ненормально, да, поэтому. Самые надежные монолиты, но они абсолютно неинтересны в транспортировке. То есть монолитные одночастные палки. Мы привыкли к полуторачастникам. Ну да, да, да. Нет. Потому что нагрузка распределяется у полуторачастников. Ну, то есть у любого спиннинга нагрузка распределяется больше вот в этой части.
Когда двух частей, да, нагрузка ложится на соединение, полутора части какого-нибудь. Да и производитель это Тайвань, да. Изначально просто и завод Тайвань, и сам производитель. Самый главный офис находится на Тайване, два завода у них, один на Тайване, другой в Китае. Конкретно где производится, я знаю, что катушки чаще производятся на Тайване, спиннинги, но не могу сказать. Что, Сережа? Толщина. Чуть дешевле, чем 20. То есть в районе 10 тысяч. Там 7, то здесь 5 тысяч. Да, в районе 10 тысяч.